вопрос, ну, понимаешь, один раз. По поводу переменных внутри и снаружи функции. Переменные, которые определяются внутри функции, они живут и умирают внутри функции. То есть, если... Нет. Скорее всего, значит, нет. Дело в том, что ты, возможно, прогоняла этот код до существования функции, поэтому она тогда могла создаться. Но нет, переменная, которая живет внутри функции, она живет и умирает внутри функции. То есть, если я напишу, скажем, x равно 5, потом у меня будет функция, внутри которой x будет равно 6, я запущу эту функцию, у меня после результатов исполнения этой функции окажется, что x равен... Я забыл, чему он был снаружи равен. По-моему, внутри функции он был 6, а снаружи 5. Ну, давайте проведем просто эксперимент. Давайте эксперимент по тому, где живут переменные снаружи функции или снутри. Потому что это важно осознавать. Это такой простой вопрос. Вот смотрите. X равно 5. Потом будет функция... ну, давайте, функция будет... Прибавь 6. Функция будет plus x. Plus x это будет function. Она будет брать число a на вход. В роли барана будет a. Она будет задавать тут x равный 6. И возвращать функция будет a плюс x. Вот такой вот страшный код. Я его выделяю, нажимаю Ctrl-Enter. А сейчас я напишу plus 6 от 10. Что мне выдаст в ответ компьютер? То есть я присвоил x равное 5, потом функция, а потом применяю эту функцию к десятке. Что у меня получится? Что получится? Хорошо, а такой вопрос. Вот так вот, что получится? Что получится вот так? Нет, вот так. Плюс x еще. 22. Сколько будет? 16. Еще раз, смотрите, значит, по шагам. Снаружи функции, вот есть понятие внутри функции, есть понятие снаружи функции. Снаружи функции x всегда равен, ну вот если я эту строчку исполнил первой, то снаружи функции x равен 5. Если я здесь попрошу показать x, то x будет равен 5. А если я внутри функции напишу cat, привет, I am equal to, запятая, x, да? Вот такой вот напишем. Вот, выделю всю функцию, нажму Ctrl-Enter, и вот здесь нажму plus x. Она напишет, привет, I am x, I am equal to 6, да? Потому что внутри функции 6 получается. Нормально? Переменные, они живут, умирают и рождаются, все вот внутри функции происходит. А обратно, x вернулся к тому значению, которым был равен до функции. Нормально? Да. Но, в принципе, а как зовут? Даша, но можно, в принципе, пробить x, который снаружи функции. Ну, я знаю, я просто спросила, чтобы точно так ли это. Это не комильфо, знаешь, да? Как? Глобал. Не, можно таким ударным равно. Вот есть просто равно. А есть такое ударное равно. Ударное равно пишется вот так. Прям пробить его в тот x. Соответственно, вот если я сделаю такую функцию, вот, и выпишу plus x, то он вроде равен, ну там он 6, но теперь вот этот x снаружи функции, он тоже равен 6, потому что вот это присваивание, оно его пробило снаружи функции. То есть обычное присваивание, оно действует локально, ну и таким и надо использоваться. Такое пробивное присваивание, это моветон. Это не good, потому что, ну как бы пользователь, он должен безопасно не думать, что какая-нибудь, кто сейчас запущу какую-нибудь функцию, она мне что-нибудь попортит. Вот, поэтому, в принципе, оно есть, но это моветон, так делать не надо. Вот, а так переменная живет, умирает внутри функции и ничего не трогает. Ой. Так, хорошо. Значит, давайте тогда... соединим наши наборы данных с помощью джойна и поговорим о факторных переменных. Значит, у нас какой join будет? Ну, поскольку, смотрите,
давайте сообразим, какой join нам нужен? Внешний, левый, внутренний? Если мы хотим максимум информации. Full, потому что, в принципе, какая-то школа, она может быть по математике, ну, допустим, мы рассмотрим какую-нибудь более-менее там отстойную школу в районе 300-й. Да? Она, соответственно, в одном рейтинге там будет 299, она вошла в этот рейтинг, а в другом рейтинге ее даже вообще не будет, правильно? Она там 299-й там по математике, а по-русскому она не вошла. И чтобы такую школу тоже включить, нам нужен внешний join. Ну, значит, нам внешний join надо сделать два раза. Сначала, допустим, математику с русским по полю школа, а потом с физикой по полю школа. Согласны? Добро? Ну, давайте делать. Соответственно, во-первых, если так подумать, то переменная grade нам не нужна. Рейтинг нам не нужна. Грейд нужна? Вру. Грейд нужна, рейтинг не нужна. То есть, если я посмотрю head, ну, то есть, вот посмотрю glimpse, давайте glimpse EG rus, да, то вот переменная рейтинг, она бессмысленна. Она там 1, 2, 3, 4, 5. Мы сами такую, когда захотим, поставим. Ее можно не вносить. А вот grade нам надо переименовать. То есть, смотрите, что лишнее. Нам рейтинг вообще не нужна. Школу нужно оставить. А вот grade, поскольку же мы хотим, чтобы у нас было три столбика, мы хотим, чтобы у нас столбик был, который назывался math, столбик, который назывался Russian, и столбик, который назывался physics. Правильно? Мы хотим три столбика, а у нас пока столбики grade. Если мы будем joinить наши таблички, то у нас будет grade, grade, grade. Мы не разберемся, какой бы grade был кто. Поэтому давайте немножко EGRUS преобразуем. EGRUS мы преобразуем, мы скажем, что это select, что мы отбираем? Мы отбираем переменную school и переменную grade мы переименовываем. Мы ее, она нам нужна, но мы ее переименовываем. Мы давайте нажмем переменную Russian равняется grade. То есть что делает эта команда? Она, ой, я же не сказал, с какого набора данных, EGRUS. Наша задача из набора данных EGRUS отобрать переменную school, отобрать переменную grade и попутно ее переименовать. Вот это я сделал. Соответственно, у меня получилось EGRUS. У меня теперь в табличке EGRUS у меня стало совсем все красиво, белое и пушистое. Осталась только школа и Russian. Теперь я делаю то же самое с табличкой про MES. Да? MES, значит, я отбираю из таблички результатов по математике, беру школу, а переменную grade я переименовываю во что? Да, давайте переименуем в MES. Ой. Ой-ой. И последний шаг я делаю с тоже физикой, и я готов делать join. Теперь я готов делать join. Ну, давайте напишем all data, да, all data равняется full join. Левая пусть будет EG по русскому. Поскольку тут не важно, какое левое, какое правое, EG MES. И joinить мы будем по полю школа. То есть по полю школа будет происходить подклейка. И еще к этому all data надо подклеить, к этой табличке еще надо что подклеить? Да, еще надо подклеить физику. То есть это, соответственно, будет full join, all data, что надо сюда подклеить, EG phys, и joinить надо снова по полю школа. Все. На этом как бы наша задача оканчивается. Вот all data, у меня отличный all data.
название школы, результат по русскому, математике, физике. Может там, ну и в конце там будут НА стоять, да, потому что вот у них по физике есть. А по русскому нет. А у меня ошибка select, когда делаю, говорит unused arguments. Проверяй, значит, что есть. Давай проверим. И, возможно, у тебя был много пакетов подключено, нет? Здесь ЕГРУ. У тебя много пакетов подключено? Сейчас? Да. Ну, возможно. Тогда, понимаешь, select очень популярное слово. Тогда надо принудительно указать, что это из деплира select. То есть из-за того, что select это очень популярное слово, то поскольку я подключил только деплир, у меня для функции select использовался пакет деплира. У тебя, скорее всего, какой-то пакет переопределил. Ну что, готово? Мы можем хотя бы корреляцию какую-нибудь почитать. А full join у нас на деплире? Да, full join на деплире. Спросить можно только четное число раз. Давай посмотрим. Давай смотреть. Так. Ну, давай сначала проверим, что он есть. Давай напишем. Glimps. А он грустный. Здесь есть school и mess. Уже один раз команда выполнена. Давай посмотрим, что здесь. Что такое? Уже старая состояние. Когда ты выполняешь команду повторно, она говорит, а не могу. Понимаешь, не нет, не глупая, просто нормальная. Оль, получилось? Да. Супер. Вот, теперь мы можем посчитать корреляцию, построить регрессию. Давайте построим регрессию, узнаем, насколько сильно связан результат по русскому и по математике. Давайте пока тут честно никто не строил. Какой будет коэффициент регрессии, если мы построим регрессию результата по русскому и результат по математике? Возможно, больше 7. Больше. На 9. Ну ладно, давайте посмотрим. Слушайте, вы full join находит команду. Full join живет в пакете deplir. Да, и он не выходит. Так, проверим. Так, full join, could not find. А ты подключал пакет? Да, да, подключал. Давай проверим. Правда, ты молодец. Молодец. Интересно. Слушай, у тебя очень старый R. Я предупредил в начале курса, больше 3 месяцев изя. У тебя R 2014 года. Full join действительно появилась после. Сначала там был только left join, и full join появился после, это правда. То еще раз, надо поставить новый R, новый R Studio. Можно спросить? В 85-й строчке... Нет, да, 85-й, да. Вот. Вы могли и 88-й, могли все записать сразу рус, мас и физ все вместе. Слушай, я не уверен, что full join поддерживает такой синтаксис. Мне кажется, что я думаю, что нет. То есть надо две, а потом третьи, каждый раз их добавлять? Ну если... Нет, мы можем циклом это сделать. Нет, видишь, full join он поддерживает два объекта. Поэтому если у тебя таких табличек 56 или там 100, то тогда, конечно, надо делать циклом. То есть у тебя есть некие... ну, то есть как бы я тогда делал, если бы у меня было штук 100 таких табличек, штук 100 таких файлов. Я бы, конечно, сначала завел бы список файлов, да, полный список файлов. Потом бы шел, потом бы первый прочитал. А потом дальше делал как бы. Завел бы некий текущий массив данных, temp, прочитал, call data подключил бы temp и записал бы снова call data. И цикл бы прошелся. И у меня она бы читала temp, подключала бы call data. Читала бы temp, подключала call data. И all data бы рос. Вот. То есть, конечно, если
их штуки 3, то это руками. А если бы их было 5 или 6 или 10, то, конечно, это только циклом. Ну, то есть, да, команда рассчитана на 2. Можно самому написать команду, которая делает много. Так, хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, у нас есть табличка. Давайте посмотрим, что можно сделать. Ну, во-первых, мы с вами какие-то описательные статистики считали или нет? Ау, что считали? Считали описательные статистики? Минимум, максимум, среднее, что-нибудь еще? Что-то было? Ну, минимум, максимум, да. А, мы пакет, команда describe из пакета psic мы используем, нет? Ну, давайте используем. Давайте подключим еще один пакет. Ну, потому что VR так же, как в питоне. Ну, как бы основная мысль, если хочешь что-то сделать, то, скорее всего, для этого есть пакет. Вот. Соответственно, давайте мы подключим пакет library psic. Этот пакет, он... да, для психологов, правильно. А вот шаг назад, зачем мы 2 раза делали хуже? 2 раза подряд. Ну, потому что сначала у нас же было 3 таблички, а full join, черт. А, только 2 можно? Да, full join соединяет 2 таблички. Вот, поэтому я же только что вроде отвечал Жене, что вот если бы много было, 3 мы сделали руками 2 раза, а если бы было 100, мы бы делали циклом. Нет, вот, хорошо, значит, подключили пакет для психологов. Теперь у нас есть такая замечательная функция describe от allData, которая нам посчитает кучу всего, в том числе кучу всего ненужного. Ну, давайте это deskstat назовем, deskstats describe allData. Что такое? Ну, не страшно, там, наверное, она с текстом плохо работает, это warning. Я думаю, что нормально все прошло. Вот. И у нас такая табличка. Вот у нас посчитана куча всяких характеристик, даже таких, о которых, наверное, мы не слышали. То есть, ну, по переменной school, из-за того, что она текстовая, не удалось посчитать ни среднее, ни стандартное отклонение, ничего прочего. А вот по переменным Russian, Mass и Physics удалось посчитать и среднее, и стандартное отклонение. Он по математике, смотрите, самое большое стандартное отклонение. А балл самый маленький. Смотрите, у нас средний балл по Москве 51. Что? И это 300 лучших школ. А в Москве, наверное, сколько в Москве школ? Сколько в Москве школ? Может, не лучше, хуже всего? Не-не-не-не. Сколько школ в Москве? Нет, у нас 1700, это 300 лучших школ. А почему лучших? По рейтингу. Аж мы зашли на сайт, где взяли 300 лучших школ. Что? Есть некая вероятность, но я так понимаю, что у них достаточно... Ну, то есть, это вопрос доверия, как бы, а я вот твоему источнику не верю, они все врут, это все всемирный заговор. Вот. Там просто самая худшая школа, там вообще 40 баллов, район Старки был, по-моему. Да. Это типа, это 300-е место, 1400, да, это странно. Типа 1400 еще хуже? Да, я думаю, да. Ну, есть вероятность, но я думаю, что да. Но я думаю, что именно вот так вот дела и обстоят, к сожалению. Вот, соответственно, в чем это средний балл учеников, да? То есть это говорит о том, что в школе были те, кто написал хуже 50, и те, кто написал лучше 50. Это среднее, да? Это не минимум. А минимум у нас сколько? Минимум у нас 27. Поэтому... Что? Странно, что максимум только 84. Почему? Для среднего балла школы нормально. Это же не максимум по школе. У тебя в школе есть один, кто написал на 100, и есть кто-то, кто написал на 80, 80, 80. Поэтому нет, нормально. Что? Тримт – это усеченное среднее. То есть, что, ну, какой недостаток у обычного среднего? У обычного среднего у него недостаток, потому что он очень чувствительно к аутлайерам. Как бы, если у нас все ученики написали на 40 баллов, допустим, у нас 20 учеников, все написали на 40 баллов, а один пришел какой-то, вот, написал на 100.
но он нам поднимет очень сильно. Или один, наоборот, даун, который все на 100 написали. Оно убирает аномальные. Да, TrimTmin, оно усекает, по-моему, давай почитаем документацию. Я не помню, разные есть стандарты. Значит, давай почитаем Describe. По-моему, TrimTmin, вообще можно в Википедии посмотреть, это некое каноническое понятие. TrimTmin, по-моему, оно усекает 10% сверху, 10% снизу, но я могу ошибаться. Сейчас посмотрим. А, видишь, тут не написано от 5 до 25. Ну, давай посмотрим, как конкретно реализовано в Describe. Так, как конкретно реализовано в Describe? А, вот смотри, по дефолту, видишь, написано trim 0.1, по дефолту 10%. Ну, можно указать любую долю. То есть отсекать 10 самых, ну, то есть по дефолту отсекает 10% самых лучших, самых худших. Вот. И поскольку это такая же табличка с данными, то есть чем хорош пакет Describe, то что он вернул нам результат, в принципе, в базовом R живет команда, которая делает то же самое, которая называется Summary. Но она уродская, потому что она возвращает не дата фрейм, а черти что. То есть есть команда Summary в базовом R, когда еще не было вот этой философии, а давайте все делать дата фреймами. И живет в базовом R команда Summary, которая делает, в принципе, то же самое, но выводит это не табличкой стандартной, у которой там число строк, а выводит вот каким-то вот таким вот ужасом. Ну и потом не полностью. А вот Describe, он возвращает табличку, и, во-первых, и больше, и, во-вторых, табличка. Это гораздо важнее. Вот, поэтому Summary Data — это такой old school такой way. Вот. А desk stats мы можем, поскольку это табличка, мы можем взять, скажем, вторую строчку, то есть только по русскому языку, и взять, скажем, только среднее, что взять там, среднее, стандартное отклонение. Ну, что хотим, можем взять там min, sd, ну и скажем, максимум. Да. Вот, и получить под выборку результатов. Да. То есть, чтобы не смотреть на все, только часть. То есть это мы в табличке описательных статистик выбрали вторую строчку и запятая, это какие столбики мы выбрали? Выбрали столбики с нужными названиями. Так, хорошо, давайте скажем... А, мы собирались про факторные переменные поговорить. Так, что у нас там со временем? Давайте корреляционную матрицу составим, напишем core и напишем core... Core all data. Почему? А, потому что там текстовая переменная, наверное, она не хочет. Давайте возьмем со второго по четвертый столбики. Интересно. А, потому что надо указать, как ей поступать с пропущенными данными. Давайте напишем use pairwise. Потому что там у нас NA, поэтому она говорит, что вообще корреляцию посчитать нельзя. Но вот если вы хотите посчитать корреляцию по попарную, по полным переменным, то тогда вот получится. Ну да, математика с русским корреляция 0,4, а математика с физикой, вот это интересно, да, неожиданно. Можно было спорить с кем угодно. Это, нет, это с русским. А, нет, это русский с физикой. А математика с физикой все-таки 0,7. Все нормально, никуда посмотрел. Но не сильно выше, чем с русским. Да, 0,64, 0,65. Окей? Так, хорошо, давайте еще раз оценим парную, вернее, множественную регрессию. Давайте посмотрим, что лучше, как вообще результаты физики можно спрогнозировать. Вот что для русского языка важнее, математика или физика? Какие там коэффициенты? Давайте посмотрим. Давайте построим модель. Извините, а я пропустил pairwise, то что? Pairwise, смотри, можно брать разные... Ну, то есть, смотри, вот у тебя есть NA там где-то в данных. И вообще говоря, философия может быть следующая. Сейчас я пытаюсь пояснить. Вот у меня три переменных. У меня переменная русский, математика и там физика. И у меня вот где-то здесь циферка, а здесь NA. Здесь у меня
NA, а здесь циферка. Здесь у меня NA, здесь циферка, циферка, здесь циферка, циферка, циферка. Вот такая вот у меня ситуация. Вот этих наблюдений у меня трех нету. Окей? Вот. Есть вариант, как бы посчитать корреляцию, если просто не давать никаких опций. Она попытается посчитать корреляцию, если встретит хоть одно NA, она скажет, не могу, ну что, NA, я же не знаю, что там у вас было. Это вот по дефолту, что произошло. Дальше есть опция pairwise. Pairwise, она говорит, считай ту корреляцию, вот когда считаешь, нужно использовать максимум информации. То есть, если поставить опцию pairwise, то когда будет считаться корреляция между русским и математиком, математикой будет использоваться раз наблюдение, потому что оно полное по русскому и математике, два наблюдения и три наблюдения. Окей? Вот. А еще есть варианты, ну там можно посмотреть варианты опций, есть вариант опции complete, когда корреляция будет считаться по общей базе, то есть вот по тем наблюдениям, которые полные везде. Это complete. А какой смысл тогда использовать complete, если у нас есть pairwise? Какой смысл использовать complete? Ну, видишь ли, дело в том, что... Мы можем так удалить те данные, которые очень сильно влияли бы на результат в одном случае. Можем, но, как бы, понимаешь, может быть, из-за какого-то перекоса у тебя получаются совсем разные выборки. Может быть, что у тебя же... Вот это будет проблема только если маленький объем выборки, правильно же? Не, может быть такое явление, что... Представим себе, что отсутствие физики, представим себе, что сдача физики это некое добровольное дело. Ну, допустим, он физик, нет, а так оно есть. Вот. И представим себе, что физику сдают только те, кто, ну, допустим, кто хорошо, кто, что физику не сдают только те, кто хорошо знают русский и плохо математику. Ну, представим себе. Я не говорю, что это правда. Допустим, что физику не сдают только те, кто хорошо знает русский и плохо математику. А сдают физику те, у кого ну, там, математика хорошо по сравнению с русским. Окей? Соответственно, если я буду использовать опцию complete, то у меня будет одна корреляция, а на pairwise у меня будет корреляция сильно отрицательная, потому что она мне добавит тех, кто физику не сдавал, а не сдавал физику у меня в предположении тот, кто плохо знает математику при хорошем русском. И у меня резко поменяется. То есть у меня просто разные выборки. Тут у меня выборка при расчете. Ну, то есть одна, когда будет complete, я считаю корреляцию только по тем, кто сдавал три предмета, а pairwise я буду считать корреляцию по тем, кто сдавал хотя бы два. Это могут быть разные группы людей. Я могу быть заинтересован как в одном коэффициенте корреляции, так и в другом. Просто вопрос, чего я ищу. Вот разница может быть существенна. Так, хорошо. Ну давайте оценим линейную модель. Мы уже оценивали, конечно, но никогда не поздно еще раз сделать. Давайте подключим еще один пакет. Брумчик. Брумчик подключим. И, соответственно, а давайте заодно решим задачу прогнозирования. Значит, да. Давай. Ну, все нормально, я не вижу, это warning. Это так должно быть. Ну, можно почитать, почему. Я же даже ответил на вопрос, почему так произошло. Дело в том, что у нас в DeskStats там есть переменная school, название школы, у которой невозможно почитать минимум, максимум. И поэтому она сказала, ой, что-то как-то я пытаюсь почитать минимум, максимум, что-то у меня не пошло. Вы там проверьте, что вы подсунули мне, чего действительно. Потому что Describe, она предназначена для... для численных переменных, не для текстовых. Describe не работает с текстовыми. Так, хорошо. Значит, давайте оценим модельку. Модель, допустим, мы по нашему набору данных all data оцениваем зависимость, ну, пытаемся предсказать балл по русскому языку с помощью балла по математике и балла по физике. Оценили нашу модель. Можем посмотреть на общие характеристики модели. Давайте посмотрим на общие характеристики модели. Glance Model.
соответственно, у нас тут всякие характеристики, типа там r квадрата, скорректированного r квадрата, f статистики, логарифм правдоподобия, там аи, би, ну, в общем, все это что-то надо, сигма, оценка стандартного отклонения. Можем посмотреть на коэффициенты модели. Вот, соответственно, у нас коэффициент при математике 0,34, по физике 0,10, но поскольку там, насколько я понимаю, проводятся всякие масштабирования, то это, ну, вообще ни о чем не говорит. Там могли как-то первичный балл ЕГЭ масштабировать в результирующие, поэтому это вот просто, что в среднем балл по математике увеличивает балл по русскому на 0,34, а по физике при фиксированной математике на 0,10. Окей? Ну и у нас мы смотрим, все коэффициенты значимы. P-value меньше 5%. Добро? Оль, я все правильно говорю? Хорошо, теперь давайте попробуем спрогнозировать. Давайте возьмем какого-нибудь Вовочку, зададим его балл по математике, зададим его балл по физике и спрогнозируем его балл по русскому. Добро? Давайте зададим набор данных new EGE. Это дата frame. И здесь у нас будет name. Первый человек — это у нас Вовочка. Второй человек — это у нас Машенька. Балл по математике. У Вовочки сколько было по математике? Сколько? Пир? 34. А у Машеньки? 58. 58. А по физике? 90. У кого? У Машеньки, естественно. Ну, а у Вовочки? 15. Вот, мы задали новый набор данных. И теперь мы можем для него предсказать. Ну, там, еще раз, в R, конечно, много всяких пакетов, и зачастую есть слишком много способов сделать одно и то же, так что даже теряешься. Но способ, который мне нравится, это команда augment в пакете broom. Она хороша тем, что она вот как-то унифицирует вот эту идею, что все на выходе data frame. Краткие характеристики модели, data frame, коэффициенты, data frame, все data frame. Вот. А так, конечно, можно обойтись и без этого. Можно, например, сделать summary model, то есть, вообще говоря, команд, которые делают примерно одно и то же, их очень много. Вот, но, то есть, можно там подключить еще какой-нибудь пакет lm-test и набрать kf-test model. Да? А, ну мне надо пакет еще подключить, ладно, потом не буду. Получился новый набор данных. New EGE есть? Вовочка, математика, Машенька, математика, да? Идет? Нет? А там физика с именами было писать так же, как и предыдущий? В смысле, я написал. Значит, сокращенная была. Нет. Еще раз, смотри, у меня... Дальше. У меня переменная называлась physics, а вот табличка с данными, я согласен, у меня называлась EGPhys. Но переменная внутри таблички AllData, у меня переменные назывались именно Russian, Math и Phys. Я могу вот здесь вот посмотреть на Global Environment и вот здесь вот кликнуть на... На что я могу кликнуть? Вот AllData я могу кликнуть. Хоп. Вот у меня AllData, у меня School, Russian, Math. Так, хорошо. Стал быть, теперь мы хотим этот набор данных дополнить новым столбцом. В этом новом столбец мы должны положить предсказания по модели, которая называется model. Согласны? Да. Давайте их туда положим. Значит, new EGE with prediction, допустим, пред, это будет равняться augment. Команда augment, она с помощью модели довешивает столбцы в набор данных. Значит, augment, мы берем модель, которая так и называется model,
и новый набор данных, new data, мы берем из new EGF, по-моему, так. Вот, и мы можем посмотреть на new EGF с прогнозами. Соответственно, у нас тут оказывается 4 столбца. Нет, 5. Имя, результат по математике, результат по физике, прогноз результата по русскому языку. Заметьте, что отличие между Машенькой и Вовочкой, в общем-то, не такое существенное. 62 по русскому у Вовочки и 78 у Машеньки. Ну, не такое существенное, как по физике. Да. Вот. То есть добавилось автоматом два столбца. Столбик fitted – это прогнозы, а SE fitted – что такое? Что SE fitted, ты гадаешь? Чи? Да, это для построения доверительного, если вы хотите дальше строить доверительный интервал, то вам понадобятся стандартные ошибки прогноза. Ну, вот это стандартные ошибки прогноза. Augment как раз довесил, смотри, Augment говорит, что вот модель для чего можно использовать. У модели есть какие-то краткие характеристики, типа там AIC, Beaker, Quadrat Adjusted, okay? У любой, там, неважно, возьмешь ты какую-нибудь модель Logit, Probit или там что-то еще, есть какие-то краткие характеристики модели, которые одним числом выражаются. Да? Соответственно, это первый уровень, что можно делать с помощью модели, Glance Model. Вот. Вот она выдала какие-то краткие характеристики о модели. Второй уровень. Как правило, если модель параметрическая, то у нее есть какие-то коэффициенты. И эти коэффициенты как-то оцениваются. Это могут быть коэффициенты логит модели, или это могут быть коэффициенты, я не знаю, там... Ну, много там чего может быть. Там. Вот. Соответственно, уровень tidy – это выдать табличку о коэффициентах. А еще один есть уровень. Зачем может использоваться модель? Модель может использоваться для создания новых наборов данных. То есть, как правило, с помощью модели можно прогнозировать. Или с помощью модели можно описывать старый набор данных, уже имеющийся. То есть, с помощью модели, как правило, мы можем либо новый набор данных создать, либо старый более интересно описать. Например, старый мы в уже существующем наборе данных можем находить аутлайеры. Вот, с помощью модели. Соответственно, команда Augment, она применяет эту модель к новому или старому набору данных. В данном случае мы применили вот эту модель к новому набору данных. А как можно применить модель к новому набору данных? Можно построить для нее прогнозы. Соответственно, мы фактически взяли модель и построили прогнозы для этого набора данных. Если бы, ну это важно, кстати, Даш, смотри. Даш, да? Смотри, вот если бы я... сделал кое-что другое. Я возьму тот же самый код, но применю модель к старому набору данных. Давай я тут вот напишу. Вот здесь у меня будет не new EGF predicted, а у меня будет all data augmented. Вот так его зовут. Augment model. Но дополнять я буду с помощью модели старый набор данных, а именно all data. Я не буду писать опцию New Data. Что произошло? Я дополнил новый набор данных, и у меня тут дополнится гораздо более по-другому и гораздо более богато. У меня тут дополнится старый набор данных. Вот смотрите, тут идут переменные. Название школы, балл по русскому, балл по математике, балл по физике, прогноз. Окей? Стандартная ошибка прогноза. Но поскольку набор данных старый, да, его еще можно дополнить таким показателем, как резидиал, остаток. Верно? Вы тоже можно посчитать y минус y с крышкой. Даша, понимаешь? Вот. Потом еще можно посчитать всякие там расстояния кука, стандартизированные остатки, какая бы, ну, вот эти всякие вот расстояния кука и сигма, они тут меряют на тему того, насколько наблюдения влиятельны, насколько они аутлайеры. Сигма говорит, какой была бы сигма, если бы мы это наблюдение выкинули. Хэт – это диагональный элемент матрицы, которая проецирует y на пространство, на множество. Это новые столбцы добавили? Да, это новые столбцы добавили. С этим, со статистикой? Со всякими штуками, да. Добавились новые столбцы. То есть команда augment
она добавляет новые столбцы. Но ей важно знать, это новый набор данных или это старый набор данных. Потому что старый набор данных, как правило, можно дополнить сильнее, чем новый. В новом можно только дополнить прогнозами, а поскольку в старом наборе данных есть фактические Y, то дополнение старого набора данных, оно полнее, чем дополнение нового набора данных. Понятна мысль? Нет? Ну как, для нового набора данных можно только прогнозы построить, а когда ты имеешь фактические наблюдения, ты можешь построить прогнозы, можешь посчитать остатки, можешь там эти остатки как-то стандартизировать, можешь посмотреть, а что было бы, то есть можешь попробовать посмотреть, насколько наблюдение влиятельно, то есть можешь попробовать быстренько вот эти всякие показатели, типа там расстояние кука, они как бы, что они делают, они... Вот. А что было бы, если бы я это наблюдение выкинул, переоценил бы модель заново, насколько бы сильно у меня поменялись коэффициенты? То есть вот расстояние кука, оно отвечает на такой вопрос, что произошло бы с моими коэффициентами, если бы я убрал это наблюдение. И поэтому у каждого наблюдения у него свой показатель влиятельности. Вот это расстояние кука. Это же как вроде отвечает. Что? Что? Ну, вот вы только что сказали, что если выкинуть наблюдение, да, сколько изменится оценка, это про Куба уже все. Да, про Куба. А хэд это тоже самое? Хэд, оно отвечает, как изменится... Не-не-не, хэд это... Нет, хэд, смотри, хэд это... Вот у тебя Y с крышечкой, прогноз Y, это матрица H помножить на фактические Y. И хэт это H и IT, то есть это IT и IT элементы из матрицы. То есть по смыслу вот это хэт показывает матрица шляпница, она поэтому называется хэт. Она шляпку на Y навешивает, Y помножить на матрицу шляпницу, это Y со шляпкой. Хэт матрикс. Соответственно, она показывает, ну если там показатель равен там 0,2, она показывает, насколько увеличится прогноз итого наблюдения, если ит и y увеличится на единичку, по смыслу. Это в каком-то смысле тоже влиятельность, но как бы расстояние кука, оно меряет глобальную влиятельность. А вот что будет, если я выброшу это наблюдение, вообще выброшу целиком из выборки, оно показывает, как изменится коэффициент или как изменятся прогнозы. Можно и так интерпретировать. А все-таки H и IT показывает, как изменится, ну тоже в каком-то смысле меряет влиятельность, оно показывает, как изменится прогноз этого наблюдения, если я этот фактический Y увеличу на единичку. Ну и вот если я посмотрю, у меня, скажем, вот здесь вот hat IT равен 0,247, то это означает, что если я у этого наблюдения Y, то есть балл по-русскому увеличу на единичку, то у него прогноз балла увеличится на 0,02. То есть оно показывает реакцию, это хэт, оно показывает реакцию Y с крышкой на изменение Y для данного наблюдения, но у каждого свое. Нет, там очень много, даже в обычной регрессии, очень много всяких показателей напридумано, которые что-то говорят про наблюдение. Так, что у нас со временем? Сколько? Еще 11 минут. Ну что, давайте введем тогда факторные переменные, начнем, а в следующий раз продолжим. Значит, что такое факторные переменные? Ну, только начнем, в следующий раз лучше еще раз повторить это, чем... Значит, что такое факторные переменные? Ну, переменная, которая принимает ограниченное количество значений. Соответственно, у такой переменной есть некая внутренняя кодировка в x, в r. А есть какие-то человекочитабельные сокращения. Ну, например, давайте я попробую, начнем факторные переменные. Факторные переменные. Давайте возьмем переменную z и просто сделаем сначала текстом. Там, скажем, mail, потом... Ну, то есть у нас будет три человека, кто-то мальчик, кто-то девочка. Да? Пусть два мальчика, одна девочка будет. Пока что это текстовая переменная. То есть, если я наберу strz, то она мне говорит, вот здесь вот тип переменной, char, character, она может принимать любые текстовые значения. Например,
я могу сказать, что z второе равно... Что у нас? Male, female, кто у нас еще есть? Middle. Кто? Middle. Дети. А, инопланетяне. Вот. Так можно сделать, да? Вот мужчины, инопланетяне, да еще один мужчина. Окей? Вот. То есть она может принимать любое текстовое значение. А теперь давайте я сделаю факторную переменную, посмотрим, чем это меняется. Что от этого изменится. Я возьму тот же самый текст. Давайте возьму переменную w. А дальше я объявлю, что переменная w факторная. W равняется... А, или давайте я прямо наверху объявлю, что w факторная. W это фактор от вот этого. Факторная. Фактор от скобочек. И напишу str w. И вот здесь у меня окажется уже, что она совершенно по-другому кодируется в R. Но это-то ладно, это бог с ним. То есть вот она говорит, что это факторная переменная с двумя возможными уровнями, female и male. То есть R будет жестко блокировать попытки присвоения другого уровня. Ну, может, не жестко, но, по крайней мере, будет говорить, что что-то пошло не так. То есть если мы попробуем сейчас этой переменной присвоить значение ET, то... Она рубнется. Вот. Ну и какие-то внутренние кодировки, что вот первый у нас мужчина, ему присвоен циферка 2, потом женщина ему присвоен циферка 1, потом мужчина циферка 2. Окей? Ну, несмотря на то, что внутренняя кодировка, она числовая, пользователя это может никак не пугать. Мы можем проверять, что V равняется 2, то есть мы можем вот так вот, оно скажет все false, да? То есть пользователь может совершенно не знать эту внутреннюю кодировку, как оно кодируется внутри R. То есть с точки зрения пользователя сравнение можно делать вот по-прежнему, как будто бы она была текстовой. Но на самом деле она факторная. В чем отличие? То, что R будет корректно добавлять дамми-переменные в регрессии, там графики некоторые будут покорректнее, покрасивее строиться. То есть она теперь факторная. Например, если я напишу V второе равняется ET, да, то что произойдет? То компьютер скажет, что, в общем, так было делать нельзя. Да? Вы мне сначала сказали, что там только мужчины и женщины, а потом вы добавили сюда вашего какого-то инопланетянина, правильно? Вот. И компьютер сказал, что, ну, в общем, он предупредил, что не бывает такого уровня у нашей факторной переменной, поэтому я туда поставил NA. И теперь вот в нашем векторе W там, соответственно, живет male, NA, потому что не пойми, кто захотели подсунуть, и male. А вот вектор Z, он, поскольку он был текстовый, то там посередине живет инопланетянин. Окей? Вот, ну это краткий такой ликбез про факторную переменную. Мы тогда подробнее поговорим в следующий раз. Ну, я думаю, что на сегодня все. То есть еще раз, какой summary, чем мы научились делать. Мы сделали... Значит, мы лишний раз прочитали файл в нестандартном формате, потому что чтение и причесывание данных на практике занимает очень много времени. Мы сделали join, то есть соединили несколько табличек, склеили разных, это такая тоже частая операция. Ну и потом мы посмотрели описательные статистики, построили регрессии, сделали прогнозы. Надо еще гипотезы всякие-то проверять будет, вообще говоря, про регрессию. Ну как раз, наверное, мы на следующий два раза будет факторные переменные. И всякие там проверки гипотез ограниченные и неограниченные модели. Вот что-нибудь такое, всякие там тесты Вальда. Я думаю, что самое время для этого. И еще раз я призываю, если у вас есть какие-то вопросы, то шлите. Я постараюсь как-то рассказать. Ну, не знаю, получится, нет, но... Все, спасибо. Ладно, давай. Рубим.